сейчас вырастет из них? Сколько сировских, сколько итальянцев? Сегодня у нас была плановая отправка. Ребят было много сегодня со всех округов. У нас 4 округа. Это Сосинский, Новолялинский и Галинский. Из Серова ушло у нас 13 человек. Войска тоже разнообразные, кто сухопутные войска, учебные части у нас ушли. Ребята ушли еще сегодня дополнительно военно-морской флот и ракетные войска стратегического назначения. Желание у нас одно, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, как я говорю, в званиях, с медалями, заработанные ратным трудом, потому что служба, конечно, это серьезное дело. И изучение всех уставов, которые происходят в воинских частях, они как бы не зря, они ребят все-таки настраивают на отношение к армии, на отношение к вооруженным силам. В этом году сколько уже человек отправилось из Серова? Отправилось из Серова порядка 40 человек. И осталось у нас 2 отправочки. Сколько планируется еще? Отправить. Ну, у нас задание 70 человек, я думаю, еще человек 20. Скажите, пожалуйста, в эту призывную кампанию есть молодые люди, которые будут проходить альтернативную службу? В эту весной нет, потому что только принято решение призывной комиссии о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу. Поэтому данный гражданин пойдет проходить службу только в Один человек есть. Один человек есть. Хорошо, спасибо.